Hi, Warxul and Distro Compartment Digital представляет продажу трех дисков. Это Nightwish с альбомом Ants. Вот так выглядит диск. Это Терион Воин. Это Creator Coma of Souls. Продаю на Оликсе. Сейчас буду запаковывать вот в эту коробочку для отправки Укрпочтой. Первое, подписывайся на мой канал. Смотри интересные видео Metal новости. Пока-пока. Я приветствую Warxul, Distro, Compact, Max Digital. Сегодня продал три свои позиции. Кассету, первый пресс 99 года, Max Records. И продал репресс. Дисгармония, тот же проект Angel of God, издание Slim 2016 года, фотографии смотри, после вот этого моего премьеры моей этой. Так, и еще один продал, Хигевальд, сингл, заговорил Винс, тоже фотографии смотри. Смотри дальше, что будет в выпуске номер 160 Metal TV. Салют! Warxul and Metal TV. Серия номер 161. Приветствую тебя. Я продолжаю знакомить тебя с моим проектом T.O.R.N.A.P.A.R.T, который в этом году 23 ноября в клубе СЛФ будет отмечать свое 20-летие с такими командами, как Бентега, Бариан Джем, Хейвальд, Торнапарт и Бэттуга. Вот, приходи, билеты можешь купить у меня по 100 гривен сейчас, день концерта 150. Также ты можешь купить в ЛФ-клубе во встрече на афише. Там тоже есть код, можешь купить электронный билет. Сегодня вот рассказываю о своем альбоме «Патология». Это ЕПшник, который сохранился только у меня. Это, можно сказать, первый пресс, который выходил в 2016 году на московском лейбле «Ukrainian». Так он был на кассетах, но и в электронном виде продавался. Да, кассета у меня не сохранилась, даже обложек не сохранилось. Поэтому так уж, так вот он выглядел, вот диск. Вот, это мой авторский проект. Мой авторский экземпляр остался. Все остальные я продал. Вот. В следующем выпуске я расскажу о The Best альбоме Stone. Это самый лучший альбом за всю 20-летнюю историю проекта T.O.R.N.A.P.A.R.T. Замечу, T.O.R.N.A.P.A.R.T. проект студийный, но иногда выступает, вот. То есть мы выступаем 23 ноября 2019 года в клубе ЛФ. Приходи, будет весело, жестко и офигительно. Кстати, я специально для концерта сделаю издание для продажи всех своих альбомов. Все. Возможно, и на кассетах. Все, смотри ролик, слушай музыку, подписывайся на мой канал. Пока-пока. ПС, да. Забыл сказать. Историю продолжения. Глава номер 3. О альбоме «Патология», кто участвовал.
и т.д. и т.п., на каких репетиционных точках мы репетировали, оборудовали, которое использовали. Читаю в моей закрытой группе «ТОРН.АПАРТ Ukraine». Вот ссылочка под роликом. Также ты сможешь там перейти, вступить в группу и перейти по ссылочке и послушать этот епшник «Патологии». Пока-пока. Подписывайся на канал, приходи на 20-летие команды «ТОРН.АПАРТ», клуб РФ 23 ноября. Кожи гной, зловонный, злой, по телу зной, зубами в гной. Я наслаждаюсь гнилью трупа, его синеющая плоть больные мысли пробуждает, на секс покойником влечет, кипят мозги, терзая тело и кровь. We'll be right back.